Ты знаешь, что лучше сдает тому, кто первый пишет ГЛ? Давай, ну потирай же ручки. Вот он, ГОС летит к нему на ГО, смотри. После девяти на Твиче смотри стримы по родным героям три. А мы продолжаем, Рандом? Чё-то столько народу хочет рандом, ну давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Чё-то столько народу пишет рандом. Я готов, в принципе, ральнуть. Алло, Сань. Да-да, раз-раз. Слушай, я тут, короче, зря времени не терял, пока, пока ты ходил. Я тут потестил, что было бы, если бы не залились в многобанке, там еще. Даже со всем войском, даже с 20 утками, даже с вытащенными обоими этими... Как их зовут? Цехами? Ну, там бы дракон немножко терял бы на ГО. И если бы Аламар бежал брать утопи, как мы и планировали, да, собственно? Да это пиздец, да. Там ему хватало выйти на дорогу как раз ровно столько, чтобы следующим ходом на него Кассия нападала. У этого Аламара оставалось 21 мана, то есть на один рез всего лишь, а у Кассия было замедло. Вот и все, она просто на тактике, на масле, просто в нулину. Ну, мы могли бы откупиться, но они бы забирали колпак и все такое. Короче, да, я понимаю. Не решала. Была бы хорошая утопия, другой вопрос. А с такой утопией шансов не было. Смотри, у нас сейчас фулл рандом. Давай забудем про эту катку, хуй бы с ней. Да нет, на самом деле интересно, вот насколько критично это. Не, мы проебывали. Ну а так раз... хотя бы клип остался. Да, клип. Я доволен вообще. Шортс вылетит вообще отлично. Александр. Сам забил болт на эту так, а после что за города? Или это рандом? Со шести конями замка и сейчас, два секундочку. Ангелами подтерись точка и там от них за 4 раунда 12 моралей. Ничего страшного, что теперь-то? Ну что, ну бывает, ебать, ну бывает, вот ну что. Забил, забил болт на эту игру, ну значит играй в какое-то другое говно, герой заебись. Так, ну что, бывают такие моменты, что теперь? Представляй, как ты бросаешь все остальное, после первой неудачи забиваешь болт. Интересно, как вообще добиться в чем-то успеха тогда? Это предложение такое было, да? Да нет, нет, человек там спрашивал, говорит. Все нормально, все нормально. Спасибо, дружище, спасибо. Ну, ребят, я другого подхода, сами знаете, всякое бывает. Итак, друзья, смотрите, 3700, он хочет красным сыграть, но я там 3800 все-таки. Сейчас против Веронеста, фулл рандом. Короче, что получается, я забираю Дармыча, я забираю Веронеста. Да. Я забираю Дармыча, забираю Веронест, и ты просто одну катку тащишь, и все, и мы победили. Гениально. И так. Более чем похоже на план. Вот. Так, 3900, я думаю отдать ему цвет за 3900. Че думаешь, синий? Ну так-то на рандомчике, да, можно, можно просто, чтобы он попал в ситуацию, когда у него просто будут сдавать плохие города. Сейчас он попадет в ситуацию. А сколько арестов? Два, да? Два ареста, я просто сожру его, я не знаю, как ты, я его просто сожру, блядь. Я готов. Какую последнюю книжку читал? Инструкцию по этому на BMW. Поехали, ребята. Сейчас пошла каточка. 1-1-6. Счет 0-1 в пользу Дармыча и Веронеста. Мы начинаем. Поехали. Удачки. Так, у нас причал с пушкарем. У него касл с Рионом. Не самый простой касл такой. Так, ну я сразу пока делаю так. Волна смерти, покупаю Корониуса, нажимаю сюда, забираю и пошел на разведочку, пошел. Ну я беру 1000, грамотность, но у нас есть грамотей. Так, ну и давай левее. Посмотрим хатку, дипла, 20 дендроидов. Ну, и конца снизу, да, конца за 50-99 магов. Хорошо, пока сложно. Так, здесь давай я сделаю пока. Шаг, а это контрольный все. Свиток у тебя возле города? Сейчас посмотрю, секунду. 10-19 чемпионов, да. Блин, да, получается, да? Так, угу. Есть. Он любит касл поиграть. Шапченку бы какую-нибудь под этот свиток, если будут какие-нибудь объекты, да? Он на касле, да? Да, у него касл с Рионом, он любит. Блин, его, по-моему. Прохло, а? Так, ну касл, ну, знаешь, минус деньги. А чего можно желать на рандоме, если не касл?
Не, ну, такое тоже. Там касл бывает очень плохой, там надо... Ну, у него всегда есть лейт потенциал, там, через рахов просто сидеть. Чилить на респе. Ну, очень приятно. Да, было, я видел такие. Да, касл на рандоме действительно хороший, особенно если выдает сильно. Так, я пока дальше разбегаюсь. Смотрю перчатки, красный дракон. У меня пока ноль объектов, только вот до конца. Пока выглядит как рез, конечно. Но на красном. Да. На рандоме башня хороша. На рандоме башня топ-1. Нет, башня вообще не обсуждается даже. Некор уже вроде как бы не очень хороший, да, если Галтран не заходит. Да? Согласен, вообще говнище, я бы сказал. Типа данжик тоже без шахтера. Может, конечно, сдать. А вот те, которые не нуждаются в каких-то стартовых героях, это, конечно, важно. Ну и касл в целом, вот за счет отыгрыша через рахов тоже может стать хорошим. И рампар, так, собственно. Да, рампар тоже может, да-да-да, да, не спорю. Ну я чё, я пробую тюрьму бить 20-40 здесь. Но мне кажется, не убью, выстрелов не хватит. Ну а делать все равно больше особо нечего. Так, а можно еще вот эту тему взять? Ну-ка, если я здесь... О, Эйслин. Эйслин, это хорошо, она на метеорке. Рампар как у Сани сейчас был. Но мы все-таки делаем скидку на то, что это был размер L. Вот. Но это был, конечно, забавный рампар. Согласен. Если бы не Аламар, вообще непонятно, чего тут делать. Я вообще не представляю, если бы мне вот Аламар не пришел, реально. Ну, если бы не Аламар, я бы просто выходил своим героем и играли бы, по сути, на один респ. Ну, там ты на конюшне, там через хатку можно пробежаться ближе. Угу. Но это не бьется, это мы понимаем, да? Ну, это да, это просто в бой. Хотя, слушай, их так немного. Пушка чё, просто я... не стреляет. Да. Твоя пушка заряжена, но не стреляет. Знаешь этот трек? Нет. Нет, серьезно, не знаешь? Пушка заряжена, быть, но нет, стреляет. Нет, не знаешь, да? Нет, понял. Просто это наша молодость под эти так. Ну, кстати, под она такие. Бахает что-то плохо прям. Вообще. Причем она продвинутая у тебя, да, по-моему? Камешек нет. Заходил. Да, здесь жесть, что-то пока тяжеловато, что-то они еще на нимф стопудово байтиться не будет. Ну, надо снять ответочку нашим матросикам. Да уж. Вообще не долетаешь, да? Так, да. Ну а что делать? Как бы ребята идут. А, они вперед все и даже нижние пошли. Mm-hmm. Да, минус пушка. Ну тут герой может быть тоже пушечный. Вроде как даже бьется. О, это хорошо вот тот. Так, еще поддержит. Бум! Хорошо. Так, давай вот по этой троечке работать, по вот этой, да? На напас вот работу. Это, конечно. Да. Ну а как вы хотели? Как же он хочет выйти с этого файта, да? Да, так он выходит. Ну тут еще рельефчик, видишь, такой. На! Блин, да. Господи, дежавю какое-то просто. В этот раз и ты хорошо нравишься тоже. Не, ну а че могу поделать-то, блин? О, это, кстати, очень приятно. Ну че, Кася отсюда? И нормально?
А почему он не тыкает в лаз слот? Потому что не трава? Да. Потому что это болото гребаное. Ну, героя купишь просто. Сейчас сделаю. Ага. Так. Давай попробуем. Бля, какого? Это, наверное... Давай. Тут говнак 10 уровня. Зефы какие-то. Ладно, давай нажимать, пропускать. Ну что думаешь, говнище полное, правильно? Да, конечно. Ну вроде окей. Как на безрестовые можно покатать такое. Но герой был бы поинтересней. А плюсам, ну типа подбайтить. Да, не стоит. Тоже так думаю. Давай. Тоже так думаю. Второй день просто скип. Да, получается. да, согласен. Говнище, ребята, ничего не сделать. Ужасный притча. Так, здесь наша, похоже. Угу. Так, ну давай, смотри, бабки есть. Я парапетик тогда куплю. Раз в плюсе по деньгам. Сразу разбежимся с этих ребят. Давай смотреть. О, какой выход. Ну, кстати, он может даже и плюс прожать Мишелю под Инферно, о чем не раз говорил. Ну, блин. Правда, последнее время на Инферно он заливает, может быть, из-за этого. Ну, Ирис возьмет. Угу. Так, фьюрчик есть. Ну, так-то в серьезной игре, конечно, тебе выпадает... Рандомный Инферно против башни. Ну да, 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 такое... да. Я еще понимаю старт за Игната, там за Калха, там да, если да, приходит. Да, да. Понимаю. Так, я вот хочу коробочку посмотреть. О, гаркульки. 20-49, ну, так-то вроде бы. Интересно. Как будто на пятнашечку даже какую-нибудь, да? То есть, тут геройчика хорошая. Ни хрена себе здесь. Вот лампа не видно. Ну, вот сверху только какая-то, да, далекая. Ну, там за рельефом. Угу. Так, пробуем. Ребята, первую мы проиграли. Первую проиграли, ничего страшного. 2-2 проиграли, будем тащить 1-1. Куда деваться? Что поделать? Один улей, да, что-то? Лампа тут, лампа там за матросами. Ну, не сказать, матросами, что огненно. Да. Плюс герои, что-то, если честно, меня... Да, смущает. Чё, чем тебе фьюр не нравится? Не, фьюр норм. Просто от других нету, там, знаешь, наших там аламарчиков там. Ну, это да, но тратить рестарт против Инферно за башню... Тоже не хочется, быть. Согласен, не то слово. Так, чё, пойдем свиток бить, правильно я понимаю? На неграженных колпачках. Дороги, которые? Ну да, наверное, да, на хосте. Вот этот свиток. А какой смысл в этом? Может, просто дорогу поставить туда героя еще одного, а это взять сундук, еще одного героя поставить на разгончики всех, а на следующий день... Ну да, там рестарт, ага. Ну там рестарт, но это было бы наглость, если бы он нажал там плюс. Это просто была бы наглость. Прям наглая залупа, так сказать. Так, здесь у него опять касл, а у нас данж. Два логиста, приятно. Ну и что, думаешь, 1000 опыта воткнуть? Блин, 1000 опыта вообще, кстати, тащит катки. Ну, катки да, рандомен. Тоже прикольно. Давай 1000 поставим по дефолтику, пока посмотрим. Нападение на этого, наверное, не надо. Вроде скип. Да, я тоже думаю, что скип, согласен. Так, давай только знаешь, как сделаем? Мы вот так вот шажок сделаем, купим вот этого родного. Вот так вот сюда сходим. Стартовый артефакт отличный. Шаг вниз, сюда, сюда. Шапка квестовая. Мечик 2-2. Тумка, хуюмка, как обычно. Да, нычка минусов с мечиком тяжелая. Ну, пока так. Так, давай смотреть еще вот этого парня, тоже серьезный. Есть ящики какие-то кого-то покачать. Но я бы пока... Ну, пока прям вообще ничего такого.
интересного, да, скажем так, кроме двух героев. Ну, сейчас еще вниз посмотрим все это добро. Там бок. Бок, да-да-да, вот эти боки. Так. Нычка троглодитиков. Да, что за, блядь, хуйня? Давай здесь направо пойдем. Там рестарт, о, отлично, отлично, да. Отлично, наша. Давай, давай, вот она, лети, гарпия, неси мне объекты хоть раз, блядь. Заебался на говне играть. Так, теперь у нас Касл против Жабаркаса. Давай смотреть, Валесочка, хлоп. Кася есть, Кася плюс Блес. Комбинация сильная, погоди. Комбинация хорошая, рыба есть, тоже хорошо. Так, давай изучать, кони нычка. Возьмем, наверное, да? Оставим пока так. Так, это может понадобиться. Кася тоже может понадобиться. Шахтер есть. Рыба есть. Ёбаный рот. Неплохие герои. Давай дальше смотреть. Так, здесь давай так сделаем. Демоны за... Меню. Ничего нету, блин, ничего нету в стене вообще. Так. Давай я попробую здесь вот сюда. Джилар хорошо. Вот и Касл, ребята. Привет, ребята, привет, привет. Поехали направо. Ну так-то... Драконы на ГО. Касл как Касл. Ну, если честно, это... говнище, я бы сказал, а не Касл. Так, пока что. Похоже, без рестовый будем. Знаешь, Касл через эти шахты золота, через застройку архов, если будет. Ну, кстати, есть тюремка, да? Фиг знает вообще. Как по мне, говнище страшное вообще, даже на рандоме. Говнище, да. Даже а на там рандом... что за город? Там Жабаркас. Сытка. Блин, сытка может помпануть, конечно. Может, может, если хорошо. Вернест умеет на сытке. Ну, слушай, прям совсем что-то унылое дерьмо какое-то. Давай да. Тюрьму бить. Тюрьмку. Разведочку еще. Ну да, да, может быть, мало ли сейчас что-нибудь. Я, видишь, не ставлю грейд. Дети. Родное Валеска. Кси. Сюда этого Кси. Кси. Так, давай им смотреть, что есть. Ну, слушай, деньги есть из такого. Ну, блять, это не Касл, это хуйня, короче. Ну, нет, я такое не смогу сыграть. Это говнище. Да, нефиг такое играть. Да, да. Ну, вообще туфта. Ну, ничего нету. Не, ну, потом появляются нулики какие-то, но это совсем не то, что мы хотим, да? Тем более драконы на ГО. Ну, такое. Рестарте. И ГЛ пишем ему. Ты знаешь, что лучше сдает тому, кто первый пишет ГЛ? Поехали. Давай, ну, потирай же ручки. Вот он, гост летит к нему на ГО, смотри. Давай, блядь, пожалуйста, сука. Цита ебаная против башни на Кире. Ёбаный свет. Цита хорошо. Хуёвейший герой, хуёвейший герой. Ну, блядь, ну как эта хуйня так работает, братан? Спокойно, Саня. Ладно, не, я знаю, знаю, сейчас я просто... Разведём. Да, я согласен, давай. Ну, гоблинов чё, грейдим, да, и погнали? Подожди. Не спешим, да? Не спеши. Одному можно так послать без грейда. Мало ли, рухи быстрые нужны. Вон обзорка как раз. Обзорочка, да. Давай, очень аккуратно. Сейчас обзорочка покажет, кто где сорёт. Ну, топочка. Лайтовенько, два уличка. Ну, вот это хорошая сдача. Тут фаст-медведи ставятся, две утопии. Просто нычки надо найти. Я бы реально сейчас просто бабки собирал тупо, ставил медведя, потом гномничок ломал на нем. И быстрый грейд.
рынок еще бы найти и все, что надо. Просто разбегаешься на волчьих тех же самых. Ну, чтобы скорость хотя бы больше была, да. Ну, это, мне кажется, из тех, которые ты рестил, это лучшая сдача, пока вот даже с обзорки то, что видно. Разбегаться на волчиках? Разбегаться на волках предлагаешь или как? Тёмыч, тут? Раз-раз. Алло. Нету, да? Прима 2049. Давайте смотреть, что. Ну и кал, блядь, ебаный. Есть птица. Не знаю, мне кажется, то, что есть птица, ребята, надо... Как птиц-то отбивать? Без грейда. Птицы, есть ли смысл? Два утопа, дорогие. Ну, давай смотреть, давай пробовать, что. Так, у меня интернет падал. Ага, окей, так. Так, ну я разбегаюсь на собаках, ты говоришь, правильно? Ну, да, тут, видишь, у тебя их... Есть конца есть. Ну, вот реально, просто тут нужно огров отбить, вот это все, ну, мясо набрать... А какими войсками мы это бьем? Вот, то есть, ну, условно, мы чем бьем? Вот не граждан? Вот вообще в целом, ну, допустим, вот, допустим, гномов мы кем бьем? В целом тебе просто деньги надо собрать, пока вот в битву вообще, насчет битв не париться. Просто собираем деньги, строим цепи, войско пусть в городе пока. Тебе импов надо просто будет пробить. Тебе даже не нужно рухов пока забирать. Ага. Ну, давай, как ты скажешь, потому что я... Так, колодец намечается. Сколько пиратов там стоит за шахту? Вот шахту бы забрать тоже. 219. Ну, вот птичек построить и на птичках. На первый день? Ну, если достаешь, то да. Не, ну, как бы имеется в виду. Ну да, не достаю. Я просто имею в виду, что на первый день их ставить, да? Так. Есть Сандра. Попробуй без затупов по таймингу. Так. А что, какой-то короткий поставишь, что ли? Да не, просто в целом неохота без таймера играть. Так, ну и здесь. Герой говна собачьего. Так, отдаю сюда. И бегу сюда, ищем деньги, да? Слушай, а что думаешь? Ну, может быть, вниз еще героя пустить одного? Тут смотри, тут один может направо убежать, второй может вниз побежать. Чекать было. Слушай, ну тут вот это тут еще есть. Да? Ну, смотри сам. Не знаю. Ну, мне кажется, вот сюда. Да, направо, вот, направо. Уню тут делать, да. То есть демон. Ага. То есть мы ставим вот этих птиц. Куплен. Да, куплен уже, да. Поэтому я и говорю, что да, здесь еще птиц ставим, да. Спокойно покупаем. И больше можно не таскать с собой это все, ты просто на птичках это все развалишь. Ты думаешь, вот это вот на птичках? А импов сколько? Что значит импов? Каких? А, этих? Ну, 59. Вот ну, единичек гоблина возьми, убьют тебе. А это зачем таскать, просто скорость теряет? А там пиратов-то этих немного. Или гоблинов можно вообще, кстати, не тратить, а собак, наоборот, волков взять. Во, вот так. Думаешь? Да. Бля, ёбушки-воробушки. Серьезно, потратить собак? Я просто для пираста так играю. А что собак-то и грейдить-то не будешь? Угу. Все равно. У тебя, смотри, у тебя просто нычка гоблоты есть, которая, ну, в целом у тебя стек там из 70 гоблинов получится, да? А волков, ну, их все равно стека не будет. Если просто ставить задачу фаст медведей уходить и нычку рухов быстро убрать потом с грейдом, да, чтобы потом все нормально на них пробивать,
Ага. Тебе же не нужны эти промежуточные грейды, гоблинов ага. и птичек. Деньги на это еще тратить. Главное рынок найти. Да. Забрать. Понимаю. Так, а у нас не колодец, да? Еще раз дай посмотрим. Раз, два. Ну, плюс две маны нужно. Да, на плюс две маны. Ну еще сюда иду, да, на этих тварей. На следующий день. А здесь наверх бегу смотреть. Ну, пока хуёвенький первый день, но пробуем дальше. Ну, как, на мой взгляд. То есть... Я не знаю. Нет, я ты считаешь, что это пизда. Понял, все понял. Для меня это хуёвенько. Я не знаю, это уже как-то... Ну, давай. Не, ну, давай. Хорошо. Ну, если там жир сядет... Да, после башни, да, да. Ну, да, да, я понимаю. Не, ну, пробуем, базару нет, конца двойка есть. А вот в эту сторону лучше тряпочек отдать, вот как-нибудь сейчас вот этому Дживару. Так, ну давай пока наверх я побегу, сейчас посмотрим, что тут есть. Так, а что, ты шахту забери, потом передал бы человеку. А, ты так хочешь будет. Сделать, все понял. Так, давай тогда посмотрим, что по ГОхе пока вот здесь. Обзорку мы же тоже так и не нашли пока. Обзорку? Она возле города же как раз. А, точно, точно, точно. Дорога, конечно, так, туда точно. Ты хочешь дать некромясо, чтобы забрать этот замок, понял. Здесь вот я просто думал вот эту тюрьму, но думаю, что тоже пока. Забей, Габлату... вообще не время. И гоблины не нужны, просто бабки тоже, собирают. Тоже, все понял, все понял. Ну, я не знаю, я... Не-не, давай по твоей страте, советую. Давай. Не-не-не, все правильно, давай по твоей стратке. Мне даже самому интересно потестить. Я вообще не против. Я за цирку вообще. Давай, я только за попробовать такую особенно тему. Особенно если нычку найдешь. Да даже если не находишь, как бы медведи танкуют хорошо. Медведи, да, я люблю медведей. Птичек только подели. Сейчас. Вот так вот или прям по одному? По одному. Ага. Ну и волчков тоже. Давай. А я умер здесь. Ну, так. Потому что не через вейп. Задумался так. Не, ну я умер, просто птица, он умирает сверху, поэтому переживаю. Ну вот так. Не, нормально, живем, хилимся, живем. Под 6 хп, блядь. Так. Взяли шахту. Так, здесь ну, ты хочешь... Птичек... Нет, это ты птичек да, сразу понял. Отдавай вот этому через сундук. Понял, товарища. Да, вижу. Так. Флот освобождай, когда город заберешь, потому что он будет как дотягиваться, да? И пробуем. Из города героя с некромясом налево. Понимаю. Так. Интересно, что за быками, но не могу глянуть. Отлично. Причем нычка медведя нужна просто. Нычка медведи, так. Заживем, понял, здесь. Герой а не... героя есть варик не покупать? Да, есть, вот он ну, как раз. Вот не надо. Медведя можешь вообще ставить и кстати, на медведя. Ну, либо, нет, на некромясе, потому что... Ага. Пригодится, может, где-то медведь, чтобы, я понимаю. Так, ладно. Можно просто из данжика разведку пустить, или с левого города можно будет разведочку пустить. На раннем этапе это уже выгоднее. Здесь сюда идем. Немножко не туда ткнул. Так. И здесь уже идем сюда. Так. Блин, ну рынок хотя бы. Ну, ну ладно, кстати, хорошие... Хорошая шахта. Нычек нет пока. Надо где-то разведывать. Ну давай искать.
Так, вот, ну сюда пока не будем. Сюда тоже, вроде да. Как здесь что, да, ставлю чудик, нет. Да, вот это? Да, здесь чудика ставь, там таверна, наверное, все-таки. И геройчика... Ну, не знаю, из мэна есть смысл куда-то запуливать в... Мне кажется, в пока нету, лучше пропустить, наверное. Ну, ты можешь, смотри, не ты можешь сейчас героя поставить... ну, забрать вот кристаллик, забрать шахту... каменную одним, на следующий ход вторым деревянную. Ты куда предлагаешь герой поставить? Типа. Вот сюда поставить? Из мейна купишь, вон, внизу кристаллик слева, и шахту забрать. А, вот этого, да, понял. Угу. Ну да, пробуем. Просто жалко деньги. Ресурсы ну... наши, все. Угу. Ну, мы надеемся на да. Внешний, внешний ага, рынок. Понял. А, ну давай, надеемся. Давай смотреть, понял. Надеюсь. Неплохо. Так, ну давайте смотреть, ребят. Пока ничего, ну пока проблема основная, что нету нычки медведей, через которую мы можем сыграть, да, портанув медведей. Это, конечно, супер-супер жестко и круто. Ну так-то и рухов можно портануть, да. Тоже хороший стек. Но вообще в целом надо понимать, что на данный момент у меня, по сути, что у меня? Два улья ебаных и одна конца. Героя воспитывать надо. И, скорее всего... Маруську все-таки, да. Под улики, под концу. Потому что 9 рух. Ага. В грязи могут, но, блин, голуби приятные. Без масла бить, да. А что по таверне показывает? Домакона. Угу. Ебаный стыд. Так, ладненько, смотрим, что тут. Так, ну шахта, кстати, еще одна есть. Вот, mm-hmm. Вот медведя купить и mm-hmm. На медведя пройти. Так, да. Тут давай смотреть опять же, да? На некромясе можешь там все пособирать. И спрятать героя вот этого, где внутрь. Так, ну смотри, у тебя почти на грейд уже. Просто грейд седого можно сейчас поставить. Все денег наберем. Надо ГО очень далеко бежать, да, ребят? Да, но еще и нихуя себе. И мейна надо где-то взять. Так. Ну мейн у тебя Маруся вроде как есть. Не самый плохой все-таки. Ну конца двушка, улики есть. Если даже не через утопию играть, вроде как мясо набирается какое-никакое. Ну единственное, очень похоже на розыгрыш со второй недели. Без нычек. Да даже с нычками тоже. Так. Ну ищем что-нибудь. Есть тюрьмы какие-то, я согласен, вот, что есть, можно. Да, что есть. Так, это можно... вот и спрятал, можно. Так, а мы птиц, что получается? Подожди, птиц может забрать. Смотри, и... ты птиц угу. Можешь подвести к Марусе, угу. Ее типа через центральный город свой провести. Ага, не понимаю. Покупать лишнего героя, купить медведя, угу. Забрать вторую шахту. А на следующий ход уже забрать нычку птиц, если не найдешь нычку медведя, у тебя будет стек птиц. Потом через данжик сделаешь их 9 штук, загрейдишь, и можно будет уже и тюрьмы там отбивать. И у тебя плюс ко всему доход хороший. В данжик там, не знаю, тыщенку можно поставить. Короче, экономика тут у тебя хорошая, у тебя еще 2 голдовых героя. Помимо ага, всего ну давай пробовать. Так, это я сюда бегу. Сейчас давай посмотрим. Но тут, конечно, интересный розыгрыш такой специфический, скажем так. Так, и чё, не... Шахту надо красть просто. Нет, это тюрьма говнище, вот эта тюрьма. Вот нижнюю хотелось бы, конечно, пораньше. А ты Марусю зачем спрятал? А ты же хотел её, вроде сказал, через я центр. Я жму ещё. Нет, я имел в виду, передай что ты... на да, этого да, да, дальше, да. Да. Только то есть сюда мы чудика берем. Я понял, 3 птицы. Седой. Габлота орки не нужны, они только замедляют. Ага. Там же не с кем будет драться, кроме...
Вот так вот, да, да и все, да? И вот да, так вот собачка. Мы все, окей, поехали. Так, а это мы не ставим. Рынки не ставим. Что вообще ставим здесь, получается? Да, если внешний... это не ошибка, на самом деле. Угу. Внешнего не видно. Просто на следующий ход можно загрейдить сразу медведя и уже им разваливать. Ну, то есть сейчас берем нычку медведем, да? Так, давай пробовать. Окей, забрал. Так, у нас здесь... рынок тогда ставим. Здесь еще пока таверну, наверное. Здесь тоже рынок, а нафига? Да, не нужна, ну все, понял. Так, окей, окей. Этот собирает, да. Этим, кстати, можно будет щиток как-нибудь потом отбить, да, вот с дороги угу, передать. Угу, угу, угу. Так, а здесь бежим до сюда вон. С Андреевичем. О, огры еще одни. Кстати, у тебя вторая нычка огров. По-моему, да? Так, а мы огров-то... А это... Ну, это хороший аджорный стек по две утопии. Так-то если их строить. Так, ладно, по дереву, конечно. Да. Ну, скелетик. Пока брать. Давай еще искать что-нибудь, давай просто да, что-нибудь да, да. Искать. Искать. Ну тут... ну тут наискались уже все. Да. Ну давай хотя бы так искать. Блин, экономика, а сколько там их? Отец, ебучий случай. Так, здесь 50-99 и 20-49. Не, на следующий ход надо обязательно так. Грейд ставить, так что рынок и в мейне бахать ага, надо. Ага, ага. Я так думаю. Так, вот смотри, давай подумаем еще разок, значит, ага, здесь тоже у нас, да, щиток. Ты, кстати, знаешь, как можешь все-таки mm-hmm. Щиток на этот забить, mm-hmm. вытащить этого на дорогу, mm-hmm. им mm-hmm. сбегать, mm-hmm. сгрейдить медведей, передать все на потом на Мариус. Мариус забирает гномячок уже с седыми и бежит по направлению к нычке птиц. Подхватывает с тактосом, забирает нычку птиц и едет в данжик, там ставится портал, и на обратном пути через грейд мы уже лезем через пегасов в заставу, вот так. Давай пробовать, давай. Давай пробовать. Итого у нас будет 9 рухов, угу. один седой, угу. и застава, в принципе, берется нормально, практически. Ну, а утопу-то как взять вообще в теории? Пока а утопу, никак, да? Ну, как? Брать... А где вторая нычка огров? Я что-то не помню. Или только одна? Так, вот есть одна, есть вот здесь вот вторая под щитом. Ну, смотри, утопию на второй неделе, это у тебя получается по 8 каждую неделю, 16 штук плюс отстройка, 20 плюс... ну, 26 огров грейджеры. Ага. Хилфорд еще есть. Ну, это cool story, конечно. Ну, бля. Ой, подожди, а за гнолями там не нычка медведей? Вот нет, сера. Да. Там сера. Так, ну, давай смотреть. Тут туловище легиона взял. Можно через этот пробежать напрямую. Нет, напрямую. Дальше беги. Еще дальше беги. Ну, я так смотрю, что да. Так, ага. Так, давай подумаем еще разок. Задача. Все, на грейд мы набрали. Кроме кристаллов. Нужны кристаллы. Так, ну давай денежку брать. На рынке можно натрейдить. Шахты собирать внизу было. Деньги будут потом. Шахта так, есть сверху. Кристаллы, вот, смотри, слушай, вон да, они, кристаллы. Там, причем на тряпках забирается, нет, ложком? Да? Ну, да, забирается. Только просто какого героя удалять при этом? Не надо, ты сейчас пойдешь на грейд, спрячешь в город и все. Блин, а куда ты этим ходишь? Он уже должен был нычку забирать и ехать. О-о-о. Ну ладно. Так, подожди, ты хочешь порталить птиц, я правильно понял? Тогда мы огров не берем. То есть ты птиц хочешь порталить и на птицах да, пробовать да, отыграть. Конечно. Все, понял. Конечно. Так, сейчас. Пока ходи этим некром, довози до кого-то. Клэнси, ну, вон, да, для Клэнси. Так, а этим просто денежку берем, или же все-таки... Наверх можно им, кстати, можно никого кристаллы не дать, да, просто... вот это собрать и все. Он скотина, видишь, что... Можно вообще... А, сесть не получится, нет, да? Сесть нет. Ну, давай так пока брать. Пять так. Хватает.
Здесь хватает или нет? Я просто не в курсе, сколько 5 там хватает, точно. Да. 5 хватает. Все, окей. Окей. Все, бежим грейдиться. Так, ты предлагаешь сюда, здесь поставить Седова предлагаешь, и на этой армейке ты хочешь взять... Рухов только, этих орков возьми в гномничок. Ага, вот так вот. Ну, и габлоту тоже. Всю, прям всех брать? Да, и скупить может тоже. Ну, типа стек ударов. Ну, я понял, окей. Так, хорошо, ну, давай пробовать. Значит, смотрите. Тут у нас ничего не стоит. Тут, получается, ты хочешь... сделать шаг сюда. Здесь, я так понимаю, мы вот этой штукой, да, забираем. Ну, тебе надо мейна готовить, поэтому... Там 100-249, как ты думаешь? Ну, лезем, конечно. Лезем, ну, только расставимся. Подожди, там без ГЭСа? Без ГЭСа. Ну, отлично. Расставься только гоблинов в шестой стек, стек основной орков, средний, и остальное нормально. Ну, а птичек последний... Нет, птичек первый, медведи в последних, вот так. Так вот? И единички, и габлоты. Ну да, ну чтобы ответ там сказать. Ну давай пробуй. Так, окей. Ну я бью, да, здесь? Или что, или вейтанем? Ну я бы вейтанул. Просто единичкой бы снял сначала. Так, ну давай пробовать. Давай. Пока хилимся, живем. Так. Ребят, если что, раздача очень сложная, и пока, например, на мой взгляд, ну прям очень тяжело реализуется. Без нычки самых седых, пока армейки мало, по факту два улья ссаных. Ну то, что нычки нет, плохо, но у нас есть нычка рух. Так-то. И уже седые на четвертый ход. Это на самом деле сильно. Есть застава. Так, я там что-то это... наполучал по мордасам. Да, я гляжу, тут нам просто убежать этим, похоже. Wait. Так, чудик, да? Угу. Как же моральки жарят. Тяжелая сдача, это нихуя себе, ребята. А тут, это, мне кажется, без грейда медведя, да, вообще... Не, я с тобой согласен, я с тобой типа согласен. Типа грейд габлоты первый. Угу. Ой, ух, блин, выжило. Потом грейд 20 собак. Не-не-не, я с тобой, я вообще даже не спорю ни капельки, что... А эти, смотри, что... сколько впитывают. Я даже не спорю ни капельки, что здесь просто пиздец. Раздача очень сложная, как по мне. Ну, такая творческая, знаешь. Мне лично интересно. Обычно. Да нет, то, что ну, она конечно, интересна... когда это не ночные катки, какие-то, да, знаешь. Да. Как бы, как говорится, ну, охуительно интересно, но да. Этого с дороги надо убрать только, угу, товарища. Ты хочешь садиться ей сюда, да? Нет, ей угу, надо... мне. А сколько этих монков стоит, кстати? Монков за свиток. 20-49. Вот, о, нифига себе. Я бы вообще ее уже гнал, либо... под заставу, либо улики собирать. Тут уже надо выбирать. То есть ты смотри, ты можешь взять на следующий ход два улика и уже с помощью уток взять к концу душечку. Либо ты можешь побежать на заставу, но там будет... А там улик 10-19 циклопов грыженных. А, вот так вот, да. Ну тогда надо на заставу бежать все-таки. У тебя денег 8500. Ты можешь через плюс атачку тогда... подкачаться. Но тебе главное вот сейчас забрать нычку, да, получается. Построить портал и на обратном пути все это гридануть. Булочка отдаешь.
Сейчас, один момент. Так, здесь мы берем атаку. Ого. Здесь мы подходим туда наверх. Так, здесь мы... ну, по идее, ну, ничего не... Это просто, да, собрать что-нибудь и обратно спрятать. Сука. Весь слот нужен сейчас. Так, давай так. Теперь смотри. Ну, здесь можно воткнуть, чтобы лучше за оппонентом смотреть. Золото. Угу. Так, здесь дальше отсюда покупка героя пассиса. Мы что сюда идем птичек еще раз? Не бери, мы нычки сделаем. Птичек. А чем мы бьем эту нычку? Понял. Ну, мы вот берем так, просто. Да, вот так вот, вот так вот, да, все, понял. Арты нет никаких, да, вроде. Пока да, есть. Пока тут тухло. Так, и сюда бежим. Угу. Да. Окей, пробуем. Так. Так. Wait. Ладно, Кальт там на самом деле сейчас и портал выйдет. У него еще запас мувов есть, он туда-сюда сбегает легко. Просто один медведь разобрался с девятью. Так, тут. Мы сейчас ставим портал здесь. Нехорошо. Мы сейчас ставим портал и просто Кальта тащим туда, за этим порталом. Ну, можно ему медведя, кстати, дать на разбор. А зачем ты хочешь ему? А, понял, что... Ну, чтобы туда-сюда сгонял точно, без проблем. Ты-то этим и без разгона довезешь до города, а Кальт должен туда-сюда сбегать. Так, вот эту тюрьму будем скрывать или что думаешь? Да, или вообще нет? Это бы не так, ну, типа тюрьма, смотри, мы типа бегаем. Цепи соблюдать, чтобы таскать войско. И... Угу. Ну, давай пробовать. И смотри, чтобы не максималочка была застава. Ага. Вот. Давай глядеть. Чудик есть, ребята, но... Меня, например, в этой раздаче больше всего пугает, что пока я не вижу ни коробок, как обычно, ни артов нормальных. И самое главное, что армейки супер мало. Да, одна Зефа, два Улика, одна Конца, то есть... Она хорошая, ребят, никто никого не тренирует. Просто мы играем в команде. Да, у нас такой формат. Да, это дарма. И когда я буду играть, Саня мне будет подсказывать сидеть, так что... Ну, я думаю, Стингер сам разъебал. Не, ну здесь мы тренируем, здесь... Посмотрим, пробуем, раздача интересная. Тем более вот. Раздача такая, да, нестандартная. Да, да, как бы она интересная с точки зрения розыгрыша как такового, но, к сожалению, как по мне, жесточайший андердог против среднестатистической башни, если честно. Но попробуем. Против попробуем, башенки, боремся. Да. Да, против конкретно против башни башенки, это пиздец. Конечно. Это пиздец, это пиздец. Пробуем, пока непонятно. Еще дорога такая до центра, длиннющая. Непонятно, как брать утопию. Ну, смотри, да вроде как понятно. Просто огров надо собрать, это будет наш джорный стек под утопию. Тут вопрос, проханем ли мы первый. Это да, это да. Так, ну чё, давай смотреть. Обидно, что такая сдача на фулл рандоме? Не знаю, меня, если честно, подзаебал эта хуйня. Я не очень люблю фулл рандом. Вот именно из-за таких моментов, что вроде как и отрестился ты хорошо, да, Миша взял свои первые два рестарта. Но вот... Ну да. Так, ладно, давай смотреть. Все равно играйте без реста. И кто-то может напрухать именно. Вот не, ну тут понятно, не, ну понятно, понятно. Здесь, да, здесь прухалово тут жесткое. Так, ну давай смотреть. Тут Прухалова жесткая, никто смотри, не нас, спорит. Сейчас пятый ход. Типа Great Rook, да? Шестой. Мы можем орков построить, на седьмой даже можем огров. Вот. Ага, понял. То есть ты хочешь огров отстроить, чтобы в утопочку попробовать, да? Ну, ага, топ, ну да. Ну это жирный кусок мяса. Я понимаю, понимаю. 20 так. С лишним дядек. Окей, я не просто тут коробок нет у тебя, вот в чем проблема. Да, тебе да. Качаться мейном только в боях. Только где-то. В боях, да, да. Я понимаю. Я понимаю. Так, ну и что получается? Мы отдаем армейку, грейдим рух и идем брать, да, 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 я понимаю. Ну, кстати, там погост еще есть, неплохо. Так-то 9.
Я говорю, стэк-стэк-то нормально у тебя, и птичек, и медведи есть. Так, ну давай разбираться. А здесь... Блять, ни внешнего рынка не положили, нихуя. Ну давай аккуратненько сюда. Слушай, рефьюгу ну, да. Есть смысл? Наверное, нету? Да, есть. Конечно, но... Чекнуть, если успеваешь, чекнуть, конечно, надо. Да они убегут, наверное, беги-то. Просто на медведя нападешь, да и все. Так, сейчас, секунду. А, на одном медведе? Ага, ну, да. Понял. А ты же можешь, да, вот так. Так, а у них штраф есть, да, у сатиров. Хуйня полная, да. Так, забрал армейку. Имеется. Отдал сюда все это дело, отдал сюда. А прикинь, там был бы еще один седой. Хоба, да, да. Седой. Не, ну два седых это было бы жестко. Это красиво. Это было бы, да. Так, вот это, наверное, хотя под разбивку снизу. Поехали, смотрим. Ну, еще вон по ГОСТ. Угу. Да плохо еще, что вторым скиллом тебе помехи как будто не особо нужны пока, да. Понятно, что подлоид хорошо, потепашно делается. Но сейчас бесполезный навык. Лучше бы офенси какой-нибудь, лога там. Угу. Да что угодно, на самом деле. Земелька. Согласен. Аниме, воду лутают, да. Скотина. 5-3, так. Зефа небольшая. Маленькая. Как ее берем, получается, рухи и... Блять. Да. Ну да. Подожди, стоп, а как нам сюда? Так может и погос сначала возьмем? Погос, да, погос все равно делать нехуй. Да, давай, да. Давай, я тоже так думаю. Ну, поехали. Тут согласен. Это же маленькая очень плохо. Стало. Ну и получается, с разворота ты потихонечку бежишь к консе, а параллельно ложками забираешь, ну уже посреди стало, да, две нычки огров, щиток, и вот с этим правило огров уже и душка конца падает. Давай смотреть, лога берем. Перчатки еще под лог, тоже хорошо, так. Итак, еще разок, ты хочешь взять, значит, две нычки огров, да, совсем с этим добром. Угу. Да, что-то вот, вот этого, вот этот просто может покрасить. А вот с щитком плюс 4 это кто-нибудь, ну просто наконец ход туда убежит. А, я понимаю, о чем-то. Окей, так. Мы никакие префектуры не ставим или ставим? Да денег дофига, тут уже строй, что хочешь, кстати. Денег, да, действительно. Так, да. Даблману мы, у нас что, вообще магических статов нет? А нам у нас она нету, не особо, да, и там разбивки шапок, нету, ничего. Да, там и разбивки нету, нет, да. Ну давай, в экономику. Просто в экономику идем. Давай, да, 5000 в день, окей, поехали. Рили, ужас, друзья, ужас. Okay. Порог героя вхождения большой? Да, большой. Порог вхождения в героя большой. Игру надо очень любить. Как минимум. Иначе не вывезешь. Эмоционально. Такие приколы. Так, слушай, а может быть не стоит Вот. Может быть, поехали улик этот заберем и наконюшимся в начале следующей недели, а к концу уже заберем после всех взятых уликов. Ну просто там такая охрана. Во-первых, коробка, кача нет на респе, да? Mm-hmm. Вот этого челика можно и уволить, в конце концов, который там бегал. Так, сейчас, секундочку, здесь. Блять, ни нычки, ни хуички. О, внешний рынок, вот, например. Но нам он уже особо не нужен, да. Как будто и не нужен, да. Угу. Как будто и не нужен. Его можно спрятать под вывозы. С порталов.
Так, вот это пробуем брать, да? 59. Да, слушай, хороший герой с экспертным офенс, армором. И логу можно докачать, и там, побегать денек из конюшни следующей неделе стартовать, допустим, на побегах разбить. Нам есть смысл там что-нибудь сгружать, каких-то, вот, например, 45. Или мы хрен возьмем? Да, нет, не надо сгружать. Тебе нужно просто сейчас героя еще поставить, чтобы обратный вывоз был под нычку вторую огров и щиток. Ну, а, вот сюда, я понял, понял. Ну, то есть сейчас мы идем сюда, пробуем брать сейчас эту сюда, штуку. Да. Бля, ну давай, сейчас будет битва века, ребята. Эй, Зефу когда берем? Подожди, а Зефу-то берем? Зефу на обратном пути любой лошок. А ну просто Зефа помогла бы. Ну, ты можешь нам... Зефу, кстати, да, взять сейчас, этим Клэнси. Лошком. Клэнси. Клэнси, да. Да. Зефу возьмем на птицах. На птицах, медведи и единичках. И единичках, да, отлично. Должно. Так. Без проблем упасть. Да. Клэнси земляной. Кайф. Слушай, Клэнси земляной. Блин, докачивать его негде. Он-то земляной, а утопия, ага. Как он будет землей. Че, единички какие-то Клэнси скинуть, а то мы что потом, наверное, прифигеем? Или что? Как-нибудь вот так, например. Ну, давай. Чтобы нормально было, да? Так, ну и все, и этих путов, этих людей. Надеемся очень сильно на опыт, да, сейчас? Птичек, ну, по идее. Наверное, во второй лучше ставить стэк. Давай, через так. Вейт добегал, долетал. Ну, давай смотреть, давай пробовать. Так, удачи нам, как говорится. Бум, там два улика. Ой, нам два повезло. Улика. Нам повезло. О. Так, вейт нажал, чуть-чуть, и мы идем. Тут изи катуля, четыре улья уже нашли. Нихуя себе. Сейчас ули собираем, любой лошок берет к концу двушечку. Понял. Аджор из огров у нас будет, денег вагон. Ага. Даже румба. Слушай, а что? Блять, Артём, блять. Ладно, так. Ребят, жирище сдало. Так. Выход 1, 2, 3. Ну, блин, он хотя бы тут будет. И вроде как даже подготовленный. Тут на самом деле просто нужно будет напрухать в утопах. Так, ну что, я пробую брать. Да, надо брать. 5000 опыта, хорошо. Да, опять да, вода. Да ты задолбался водой. Как мантикорта бить без земли, блядь. Сука, тварь ебучая. Ты разогнать сможешь же ее, да, успеть? Да, могу, у меня вот здесь вот пес. Ну и все, на следующий ход, получается, берешь... Второй улей на конюшенку, да? Улик большая-большая эта штучка. Ну, отлично вообще. Чё, залетаем? Ну, 6400. Наверное, не так все-таки расставляться. Давай подумаем, как расставляться. Ну, клопов первый, орков третий. Как-то так, а медведи в пятый. Давай попробуем. Или в шестой даже. В шестой медведи. Все, нормас. Весь мы можем... Блин, хорошо себе максимально. Забрать да, можем единички, чтобы... Подожди, подожди. А, стоп, так, дай посмотрю. А, ну, надо еще единички забрать. Единички, то да. Да. Угу. Мы что, залетаем? Бам, нахуй, 90. 90, брат. Да, 90. Так, и что думаем? О, божечки. Ну, мне очень нравится потеря, кстати. Вот три птички. Ну, а посмотри, сколько пахаешь. Мораль типа есть, но у них мораль есть. Я не знаю, клопов не потеряли, птиц у нас как бы стек остается, 6 штучек, да? Давай подеремся, попробуем. Тебе... Такой чисто на позитиве, так сказать. Чё думаешь? На позитивчике ебанем. Ну, кстати, лучше уж, наверное, клопов даже потерять, чем птичек. Вот ага. Я так думаю. Клопов у нас и так нет. А птиц так, если останется, то будет хорошо. Давай пробовать так. Сейчас на позитивчике мы, блин, медведя потеряем, по-моему. Надо клопами ответку снимать срочно. Давай этим. Да не этим, этих надо, наоборот, бежать. Подожди, подожди, он 5 хп потерял всего, все клопами, заебись. Клопами, клопами снимать надо. От кого? Подожди, а почему? А, ты думаешь, да? Ну давай, так, клопом с 18-ки, поехали. Два раза, нахуй. Еще вот. Сюда. На, держу медведя, смотри, держу его. Клопа о, убили хорошо. Одного, нормально, слушай, так. Да, нам клопы-то не нужны, нафиг. Я нам понял, нужно понял, стек понял. Держать птичек. Всех. Птичек, медведя, да. Так, ну давай смотреть, пробовать. Что тут осталось, давай подумаем. По 16-ке. Продолжаем клопами снимать. Сколько у тебя? Думаешь, почему? Медведя?
Бля, он весь живой вообще, 100-150 хп. Ну, нормально так. Давай, короче, вот, вот этим вот сюда. Блядь, давай, я считаю, сожжу. Я на самом деле подумал, что у тебя... Да, уже хуёвенько ему, да. Ну да, нормально жить. Блин, да. Все, пойдет, пойдет. Так, здесь сюда бьем. Все, заебись, нормально. Лучше, по-моему, чем автобой. Так, 12 уток есть. Че, мы разгоняемся здесь на птице? Ну, блин, не так, ну ладно. А почему не так? Он не мог сделать шаг вниз. И... Вот, может, может. Оп. Слушай, ну что, дело пошло, получается, или что думаешь? Дело пошло. Смотри, тебе туда надо... Так. Ну, Кленси, конечно, с поиском. Ага. Но до Кленси еще довести надо. Тут, а тут на конюшне, да? Нормально тогда. Этого туда ставить? То есть Кленси все нормально вывозит до некро. Ага. Но вот кого-то надо еще ставить под нычку. Под нижнюю? Да. Угу. Там нужен герой. Так, окей, нихуя то, бля. Так, Кленси, говоришь, вывозит. Так, этот что здесь-то? Вот этот вот же он как раз сюда и ставится. Эмограф покупать? А, ограф? Охуя. Да нет, наверное. Что сейчас покупать-то? Да давай возьмем. Да, да блин, все равно же просто туда бежать еще. Окей, давай так, ну, пока. Ладно. Так, и смотри, значит, что здесь давай. У нас получается. Вот этого что? Чем... А этим шахту можешь покрасить. Или его как раз тащить на нычку огра. Во. А, на следующий день. Блять, да. Ну он какой-то лобок немножко, видишь, у него тут да, тряпочку ему дать. Да, угу. Какая разница, он на 1.7. Так, да, ладно, да. Смотри, значит, здесь мы ничего не ставим, нигде ничего. В остальном замке что, ГМ потихоньку? Наверное, нужен будет ГМ. Нет, как... Я долбоёб? Ну, огров-то мы ничего не будем строить. Подожди, ну, а ГМ как мы будем делать? А ты хотел огров? Блять, ебаный рот! Сука, огры у ёбки. Ладно, да, огры будут. Нормально, у нас улик максимально. Да не надо, огров уже все. Согласен, короче... огры хуйня. Да огры хуйня, братан. Кто их ставит вообще, пиздец? Сытую сейчас ебанем и дело пойдет. Поехали. Нахуй эти огры. Блять, ребята, вы когда-нибудь огров отстраивали? Полная залупа. Я вчера отстраивал и грейдил даже. А, вернее, сегодня. Ну да, 1, 2, 3 была цитка там. Так, сейчас надо будет продлить до 1.24, правильно понимаем? Да не, у не тебя знаю. Так-то экспертное лого. А, вы уже? Да, продлить. Ну смотри, у тебя какой план? Забрать улей и встать, ага. И встать на конюшню. И неделю новую начать с конюшни, чтобы всю неделю на экспертной логе с перчатками бегать. Я правильно понимаю? Потом разобьешься от пипек. Ага, он попробует. Он говорит, я спрашиваю, продлить? Он я говорит, вижу. С удовольствием, нахуй. Седые пошли в битву. Так, ничего не ставим. Подожди, а я огров не могу переставить, да? Ну ладно. Да ладно, шучу, нахуй не нужно. Так, давай думать, смотри, что мы сейчас берем? Нижний улик? Нижний улик, и я думал, ну, вообще, в идеале, смотри, у тебя, если там будет проход через гарпи вниз, ты можешь просто пешочком до конца побежать. Нету, да? А подожди, конца вообще любой же берет. А кто вообще концу выходит, как берет? Ты думаешь? Кто вообще выходит? Да, я думаю, тут как бы зависит от содержимого утоп. Ага. Так, ну мы что, нападаем, мы забираем этот улик, правильно? Слушай, а вот к скелетам там не пройти же, да, там камень какой-то. Ну. Да. Короче, да, тебе надо взять улик, получается. И я бы начинал неделю с концы. Ой, с концы, с конюшни. Ну, разбивки нет возле конюшни. А пипек, тебе нужно оставить 3 единички, чтобы разбиться, если тактику не получишь. Просто мне ничего не нравится то, что... 4 просто не бери эти единички. Не бери единичек вообще, клопов возьми просто. Все, ярко. Подожди, а почему 4 ты хочешь? Может, все-таки. Там, морали, там ГС-нутые? Там ГС-нутые? Вот давай одну нет, возьмем. Не ГС-нутые. Да не, против нее. Да, блин, ну нормально. Да нет, ты что, я даже на одной там и легко разбиваюсь. Тогда большую. Слушай, а здесь есть даблмана, вот это фонтан. Да я поэтому и спрашивал, есть ли там проход. Потому что очень удобно. Давай-ка. На нахуй тридцаточка. Так. А на конюшенку успеваешь? Успеваешь, еще даже передаться. Ну и что думаешь? Ну что, просто я возле... бы начинал с перчатками с конюшни. Может быть, там, конечно, слева есть разбивка, но... Ну, блядь, нету вроде, нету. Что потом делать-то будем? Ну так давай, стоп, перчатки... У тебя слева еще застава есть? Какая? А, нет, это соседний респ. Да. Я бы предпочел вот реально всю неделю бегать на экспертной логе и конюшне при 400 перчаток и перчатках.
как не, ну, нет как смысла как-то сейчас ману заливать там. Не забывай про штраф. А, нет. И... Так, а какого моему пиццу? Не-не-не-не-не-не-не, ты единички-то оставь. Ты же не будешь потом. И на монопул тоже оставь эту штучку. Ну, мало ли после утопи там пригодится там ТП какой-нибудь. Словно. Все, стоим, пердим. Так, понял, все, понял, понял. Так, так, здесь теперь смотри, мы забираем все это добро. И идем на куда? На Камсу? Ну, тут на огров. Или огров. Ну, щиток возьмем. Слушай, а почему вот этот щиток тогда не взять лучше? Он попизже немножко, или что думаешь? Или мы из-за огров пробуем? Туда еще. Ну, во-первых, там 20-49 огров, которые могут сморалиться, у тебя статов вообще нет. Ага. А во-вторых, плюс 4, как бы, ну. Просто бегать. Ну да, туда, да, да, я понимаю. Так. Хочется. Уток только не бери туда с собой по бездороге. Угу. Они там нафиг не нужны. Я бы, знаешь, так... что сделал? Чё? Я бы уток вообще оставил сейчас в городе и на следующий ход, чтобы. Ну, либо на Кленсе оставил бы. На следующий ход просто две эти заставы. Ой, фу, блин. Два улика. Надо забирать. По-любому. Понял. Так, ну мы идем сюда, получается, да? Сейчас еще раз подкачивать бы кого-то там. А кто у нас Кленсе, да, на этой хуйне? Блядь, такие арты хуевые, я не могу, блядь. Как играть в эту хуйню? Да нормально, Сая. Давай, ладно, похуй. Плюс 4. Да пиздец, блядь. Че за хуйня? Улик, минималка. Поехали, ладно. Ну, зато первый. Ебаный щиток, или, блядь. Или максималка, блядь. Так-то с двух уликов у тебя 16 уток, на секундочку. Если в двух других будет 16 уток, это будет 32 утки, я держу в курсе. А 32 утки... Это... Плюс отжор из огров. Ну да, статичек, это, бля, мне кажется, это нормально победа. Нормально утопия падает. Согласен, даже согласен. Не, победой пахнет. Да не, нормально, нормально. Так. Ща разъебем его. Подумаешь. Есть. Голубка. Не, вообще очень круто, что мы сгоняли туда наверх, это... Да нет, то, что там, конечно, конечно. Во-первых, два улика. Просто за одним, типа, ложком туда пойдешь и потеряешь на глазах, в макси-улике. Прикинь, било бы не это... Не Мариус, да? Ну, это же была бы трагедия. Согласен. Я вообще думал, что это трагедия, ебаный Джимс Кросс, это комедия, блядь. Так, ладно. Да. Значит, смотри, что получается. Сейчас да получается, здесь... этим шахты красишь. Да, и удаляешь. Из этих двух героев удаляешь. Одного ставишь, да, в, да, да, между мейном и данжем, чтобы довозить на следующий ход эти... Блин, сейчас, подожди. Вот у тебя даже по 3 ростограф была штуковина. Да. А даже покупать никого не надо. Кстати, просто плюс 3 забираешь эту фигню. Плюс 3 забираешь, какой? И на нычку становишься. А у тебя уже есть такая? Ну, тогда не надо. Да, монополь. Я покупал. Так, смотри, сейчас, подожди, еще разок. Нам же надо под улики выставить. Не надо покупать героя. Вот здесь у меня. Ты на следующей неделе просто купишь нового. А у нас вот этот вот есть. Вот с ним, вот он. Ну, тем более, да, тем более. Так, а здесь мы циту ебашим. Да, бахаем ее. Давай. Плюс птички. И кем мы... И мы ему тогда книжку купим или еще, потому что кто-то циклопов будет бить. Пошли, на какую нычку мы его ведем? Вот сюда, вот на птиц, на птиц, да, чтобы. Да. Ага, понял. Да там не важно, кто будет циклопов бить. Циклопы будут биться уже с ангелами, я думаю. То есть нам надо за какахами простой улик вывести. Потом кем угодно взять. Ну, из тех, кто рядом. Я будет. Понимаю, понимаю. Так, ну все, слушай, что думаешь, привести. Потихоньку под этот ставить, под даблману, да, я так ГМчик воткну, ну мало ли, когда. Свободные вроде ну, как да, есть да, пока. Да. Ну окей. Можно, да. Ну все, тогда смотрим, next, поехали. Так, все, здесь возьмем. Минуточку только да. Отлучусь. Давай, давай, сейчас разъебу. Фу, блядь, ну и кал, ребята, раздача, это пиздец. Если Саня играет Стингер, не нужно будет играть? Нет, нужно будет, я же еще играю там дальше, у нас до 5 побед. Да ГМ норм, ГМ нужен. Пойдет. Сейчас что-нибудь возьмем, ребят. Два ули еще возьмем, утопку возьмем, лайтуху поиграем, блядь. В центр выйдем, касл пойдем.
Ужасный кал. Ну ладно, плащик 2-2 никак не взять. Героя нету на данный момент, да? То есть нету героя, который бьет пока ГО, но похоже ГО будем бить уже после утоп. Вот, уже со статами жесткими. Мариус будет выходить на конюшенное с логой, с резистом, паскуда ебаная. Нормально, ребят, нормально. Огров отсюда возьмем огришек. Здесь возьмем себе мишку седого. Здесь возьмем себе армейку. И дело пойдет. Это творческое говнище ебаное. Вот. У меня жопа горит с этой раздачей, естественно. Но мы надеемся на лучшее. Поехали. Ну да, 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 огры здесь, да, хорошо смотрелись. Ну, блин, без гэма тоже. Да, огры хорошо смотрелись, я согласен. Поехали. Стингер шарит за циту. Да, ну конечно, конечно. Это отец. Ну, один из лучших игроков мира. Один из самых титулованных игроков мира. Так, ну что, давайте смотреть. Еще свиток надо забирать обязательно, потому что наша задача выйти и найти тюрьму как можно быстрее. Ну, это пиздец. Ну, раздача пиздец. Сейчас возьмем консу, сейчас возьмем все. Тут что, чудики возьмем, две утопки возьмем. Марчу белый надо брать этот... Поехали. Так, в ДК не играют. В ДЖК имеешь? Не забудь рефьюгу чекнуть на второй неделе. Да, это не обязательно. Стингер создал циту, конечно. Ну и дерьмина ебаная, если честно. Блядь, турнирная катка, такую парашу сдать, ребята. Ей-богу, я еле этот, держусь, так сказать. Ну, для вас хорошая практика, и для меня хорошая практика, так сказать, да, такая игра с тренировкой. У меня жопа. Ну, бля, где можно просто нормальную раздачу? То есть можно просто нормальную раздачу, которую там сыграть как-то нормально. Как тебе такой формат? Да не, прикольно, тренировка хорошая, мы же так играли уже. Ламповый такой новогодний формат, так сказать. Стингер вот не жалуется, да жалуется, он просто, блядь, так сказать, контента завозит. Он так-то все прекрасно понимает, он профессионал. Он видит, что это хуйня ебаная. Она играбельная, но, естественно, если у оппонента нормальная сдача, то мы отлетаем. Но пробуем. У меня такая нехорошая чуйка, Саня, что два раза предлагали воду неспроста. Блин, в первой утопе будет КВ. Воды, которая... Ну, надеюсь, что не так, конечно. Ну вот последние разы, когда я так упорно отказывался... Да не-не-не-не, там нормально будет. Давали КВ-шку. Не, у топа будет топовая. Вот, дабл мана у нас в жопе. Нормально. Земли самое обидное. Да. Кстати, ты на следующий ход, кроме шуток, можешь в утопу залезть и уже делать выводы, исходя из того, что да. Ты золотаешь. Я буду делать выводы, конечно. Можешь. Если по цепям все срастается. Да, просто хочется оба улика забрать. Ну, конечно, а конечно. Забирать их лучше с ангелами все-таки. Там, да, да, согласен, неприятные. согласен. Просто как бы не залезть туда на минус чего-то. Согласен, согласен. Вместо плюса уток. Ну, так-то Маруська под утопу хороша. Да, да. Если у тебя еще получится 1-1 как-нибудь этот разбить, аккуратненько, да? 1-1 разбить чего? Кольцо, да? Да, кольцо у тебя там есть, и помимо кольца что-то еще. Шилд. Шилд в БМ, я не помню, был у тебя майни или нет. Есть шилд. Есть, да. Ну, тогда... Два чудика. Ну, 1-1 было. Пригодился бы. Да, тебе просто сейчас кубку надо делать большую довольно-таки. Ну, у тебя будет возможность еще на рынках натрейдиться, да? Да, трейдинг. Просто такое впечатление, что нужно просто на... Просто нужно будет сразу пробить. И, может быть, даже остаться на утопе. И если ты не будешь все скупать, да? Если увидишь, что не скупаешь все войско, и не грейдишься там, и не вывозишь этот улик, ну, короче, не собираешь все вот это. Как будто просто на утопе надо оставаться. Так, ну что, отдает нам, да? 0-4, блядь, ты посмотри, что там. Там просто говнина. То есть у нас битва реально, ну... Головная мочи. Да, да. Так, давай, знаешь, что сделаем? Вот это на случай, если здесь было бы этот. Так, тут
Огры тут давай. Не-не-не, сначала птиц. Оттуда, да, с этого. Угу. Птицы. Угу. Хорошо, кстати, могли огры прокнуть. Птички мне получше, стек. О, весистый такой. Согл. Ты вроде успеваешь, да? Копать. Чего? У тебя даже книжка на нем есть, кстати. Ну, тут не важно, тут... Ну да, тут нету потерь, они не прожимают его, да. Двушку впитал. Так, здесь пробел нажал обязательно. Нет, героя здесь сначала купить надо. Родного. Так, покупаю. Жабик хорошо, кстати. Жабик это... чем хорошо, чем? Орки, орки. Тогда Джорджик. Понял, хорошо. Так. Нет, просто жабик лох немножко. Птичек, может быть, сразу тоже купил. Так, птичек, давай. 5 штучек купил, 11 есть. Это просто разъеб, я считаю. Так, дальше смотри, что получается. Мы разбиваем Мариус, да? Тут точно ничего нету. Мы ее разбиваем аккуратно. Ну вот смотри, вот она. Не надо перебиваться. Да, подожди. Да нет, оно же такая... Да почему? Оно же так работает, что типа оно никогда не перебьется. Так. После сегодняшней первой катки 2 на 2. Так, теперь что, смотри, надо как-то вот эти два ули... А, ну конца, конца. Конца. Конца сначала, да. Тебе не обязательно... Ну, деньги вроде позволяют туда-сюда сгонять, что-то натрейдиться можно. Как будто даже мы все вывозим и утопию сразу берем, расставляемся дальше. Думаешь? Ну что, к концу тогда потихонечку, ну, идем. Смотри, ты просто жабиком забираешь, снимаешь 16 уток и лезешь к концу, да. А этим господином на поиске как бьешь. Так, давай пробовать. Некром выводишь. А, некром, да? Все, окей. Ну, наверное, так. Там, по-моему, смотри, тебе подручнее все. Не достает жабик, да? Ну да, но можно и ну, не... Ну, не важно кем. Короче, тут не, вообще не важно кем. Угу, ты будешь бить, главное, чтобы некром вывести вот этим. Да, давай вот этим. Так. Так, давай посмотрим, угров что... только не бери. Огров не берем. Угу. 16 уток, да. Конца двойка, 19. Орков можно взять под Джоркас. Мне кажется, там даже не надо, там двойка. Ну, двойка. Ну, хотя, да, 19. Давай так. На-на. С руки. Наверное, аккуратненько. Да, огров, ребят, не надо брать, потому что медленно они бы потерялись, будто точно это наш стек, который должен терпеть в утопии, именно терпеть под арморщицей. Карма взяли. Угу. Ну, кстати, под КВшку есть и герой. Так. Давай посмотрим, что тут получается. 9 отдаю, птиц беру. Некро. Да, ну, обойди ты просто его. Ты же давай добегаешь просто... ага, до класса, ну, давай. Ага, давай, так. Давай так. Здесь Кленси получается, что идет на поиски куда? За вот этой. Ну, самый да, сложный, я думаю. Ну, слушай, ну смотри, там по деньгам купить, у тебя получится, да, вывозить это все. Вроде получится. Ты еще натрейдиться можешь, поэтому не важно куда. Ну давай пробуем сюда тогда, давай. Так, а нам какие-то единички стоит скинуть? Еще. Нам какие-то единички стоит скинуть вообще там в этот. У тебя в замке еще собаки не купленные там. Давай, так, значит, мы вот так вот идем, сюда берем. Два ангела есть и... Я бы... А что ты уток не хочешь брать? Не, хочу, вот так вот. Мы же ангелы. Я бы огров не брал, я говорю, я огров бы оставил. Вообще, ты их просто не хочешь, чтобы они не сдохли, да? Все, понял. Да, да. Привет, привет, Элис, поехали. Сейчас, секундочку. Всем привет, ребята. Тяжелая сдача, творческая, так сказать, специфическая. К
которую катаем вместе со Стингером. У нас интересный формат тренировки, онлайн-тренировки. 20-49, слабенько. Ну, шестерочка нормально. Так, но мне вот я не уверен по поводу второй, да? Так, стоп. Насчет этого забей, просто собери бабки, да. 1-1 погода не сделает все-таки. Согласен. А 2500 тратить на это. Да, да, согласен. Согласен. Уволь ты кого-нибудь отсюда. Давай, жабик этого уволили. Так, здесь сюда заходим, покупаем. Забираем, орков, да? Орков надо на Джор. Ну ладно, ты все равно еще героя будешь покупать. Да, да, поэтому... да, конечно. Слушай, ну что-то очень тяжело вывозится, блядь. Нормально. Я думаю, вывезется спокойно. Ну, деньги есть, и главное, не трейдишь. Так, орков на Джор. Этих не берем, да? Орков... Нет, орков нет. Ну что, пробуем, да? Блядь, страшно, ну, пиздец. Пробьется. Ну, минус циклопички какие-то могут быть, да? Ну, поехали. О, хорошо, свалили. И маленькая опять сучара поганая. Шестерочка, отлично. 28 утей. Так, пойдет. 28 ути-ути. Ути, пари-попи. Ути-ути, ута-та. Так, сюда нажали. Так, ну что, сюда вывозим, да? Так, удалять. Еще одного героя и Мариус купить. И все. Так, давай смотри. Бля, ну этот подсвиток стоит. Да это хуйню, наверное. А вот только вообще. Так, ну и все, и сейчас еще один герой, ты говоришь, да? Плюс Мариус, может, да? Никак, да? Не-не-не. Так, 16. Было бы прикольно, но нет. И сюда, здесь. Давай смотри, что из этого выходит. Все, вот трейдим это... на рынках, кроме... Да, не знаю. Да, короче, вот так вот пока так. Тебе волчков надо скупить. Мы в утопу идем, правильно? Мы в утопу идем, да. А вместо почему ты хочешь... возьмешь волчков. В 19 штук, да? Всех? Да. Окей. Да. Ну, давай смотреть. Так, и я туда это дело тащу. Тут у тебя единички еще на... В ложках остались. Ну так, под следующим топом. Так, секундочку. Давай этого хрен с ним. Покупаем Мариус. Мариус, покупаем эту тему. Подожди. Плюс атаку ставь. Книжку купи. Купил. Книжку купи, да, все. Так, секунду. Там ну есть? И поехали на 1-2-1 убрать эту топу. По-моему, уже... Помжир? Согласен. Жир, по-моему. Да я тоже так думаю. Так. Сейчас смотри, сейчас еще, если не будем ссать и не будем тратить, голубку только поставить, не будем тратить монопул, ага. Мы сейчас получаем КЗшку со статами. И телепортируемся. Вот и так, мы это подеремся с этим или нахуй надо? Да, мне кажется, нет. Нафиг там. Так. Ну что, пробуем. 300 мана есть, все есть, поехали. Да. Так, слушай, а если я, допустим, штрафы сниму, то мы можем здесь разбиться, допустим, об этих типов, наверное, вряд ли. Да и не надо нам. Да, ладно. Так, ну что, залетаем, да, вот топ. А, собак ты хотел отдать. Собак, что, 18 штук ставим, да, вот так вот? Да, 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 конечно. Так, давай теперь смотри, что, два ангела туда залетает? Два ангела залетает. 9, 5, 28, 5, всей толпой едем в утопу. Поехали, Outcast Gaming. Утопа отличная, шикарная. Да не смотри в нее, просто ныряй. Извините. Единичка, это хуёво, кстати. Ну да. Чё, в этим вот этим? Подожди, а куда? А ты за этим сижу? Угу. Так, ну еще. В эти тогда 7. Ну да, вон он. Да, нормально. Всё, так, давай разбираться, пока мы убьем. Ну смотри, огры. Угу. Две тычки выдержишь. Да, еще да, не, огры смотри. Нормальные. Так, давай, сейчас вот семёрой будем спать, вот это. Все, до свидания, огры. Вы были хороши. Вот этим-то я бы, наверное... А в черного, может быть? Куда? Нет! В кого надо было? Блин, да ну зачем ты тратишь ману? А, ты же хотел телепортнуться, я ебал, точно.
Бля, согласен. Затрати и... Не, да у нас... Какая КЗшка 100 топы, ну камон. Ну, это рофл, бля. Так, ладно, поехали сюда. Так. Такая, ну, обычная, такая зелененькая. Ты думаешь? Давай пробовать. Надо же верить лучше. Блять, жестко, жестко. Так. Да, изи у топа вообще не почувствовали так-то. И любую, ну, да, бы не, брали. Единичку, кстати. Да, единичку, да. Так. Да, любую бы брали. Ну давай КЗ-ху, блять, ради прикола. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, воздух, ну-ка. Воздух беру, надо, да? Брать. Мешок. КЗ-ха сюда. Есть, есть мешочек, есть, блять, мешок золота. Я ебал. Что делать? Вторую брать, что, под разбивку становиться, разгоняться. А, ну нахуй. Ну подожди, сейчас, справа, да, да, да. О. Ой, Саня, что-то, да, ну смешно, конечно. Ну, подожди, подожди, нет, монопул, монопул. Да, второй он, да. Тоже. Да, второй, ага. Мало ли пригодится, все, на следующий день разобьешься. Так. Да. Че, сюда ставим кончик? Ну, надо, да. Ты же достанешь до второй утопии завтра. От жирного стека, правда, не появилось. Но ты один-один еще довезешь, да? 1-1. В принципе, ты можешь ложками забрать еще щиток получше. Слушай, вон свиток еще заберем, да? Так. Бля, сейчас я в тильте немножко, сейчас поживу. Чуть-чуть, все, вышел. Все, я вышел из тильта. Так, Жорик опять пришел, хорошо. Им что, где-то сюда? Жорик, проблема Жорика в том, что ГО он не бьет. Согласен. Так бы, конечно, кого-нибудь под ГО поставить уже пора. Сейчас? Нет, ну, если бы статы дали, там, если бы. ДКБ. Ладно, ход пропускаю, да? Правильно понимаю? Да. Блин. Ну и утопа, блядь. Ну чё за пиздец ебаная игра, нахуй? Ну это вообще шок. Ну поехали. Ну это, конечно, да, сильно было. А чё, вообще ничего с утопа не выпало, да? Вообще же ничего. Ну как сказать, мешок. Экономика, мы же через экономику играем. В конце концов. С этого мешка, кстати, папич сгорел. Мы с ним общались. Он говорит, ну чё, Санёк, в герой еще играешь? Я говорю, да. Он говорит, как вот это, мешок, говорит, лутаешь, типа. Ну, короче, что-то такое сказал. Что типа рот ебал это максимально. У нас закончился аджор. Наверное, надо рефьюшку чекнуть будет все-таки. Не, ну там что-то тебе выпало. Два нагрудника на 2 и на 5, по-моему. И кольцо на ХП даже. Киньте, да, какая игра, ребята? Блять, так, слушай, игра жесткая, жесткая, да. Ну, по аджору ты говоришь, не, ну она просто, она реально, ну это пиздец. Ну что делать-то, блядь? Ну, блин, если во втором топе тоже не дают контроля или статов, надо просто бежать на... Или подожди, там по бездороге фениксы стоят, более легкие. Ну это по бездороге, бежать у тебя поиска нет, да? Да, тут еще тюрьма, тут еще... Так бы, конечно, птичек-то лучше пробивать, чем этих неприятных созданий. Невиверн, монах, без масла, тем более. Не, очень приятно, конечно, что у тебя экспертное лого с перчами, с конюшней. Это да, это да. 3000 мувов, это то, что нет офенса, то, что нет тактоса, то, что, блин, земли нет, в конце концов. Конечно, печалит. То, что с утопа ничего не выпало, тоже немножко, да, печалит. Да утопа-то ладно, бог с ней уже. А мне кажется, знаешь все почему? Почему? Может, ты ману потратил. Ты думаешь? Да. Согласен. О, нихуя, Головач написал. Ебать. Головач с Новым годом поздравляет. С утопа выпал тильт. Да какой тильт? Тут и так, в принципе, раздачка такая, ну, сложная. Ну, видимо, во второй утопии весь жир. Я это так понимаю. Не может же быть вообще все плохо. Ой, перед МГО стоит Веронес, кстати. Если что. Он бьет мое ГО уже.
Ну, хорошо, что она не твою утопию берет. Блин, а как он катает без рестов, это, конечно, просто песня. Ну, помехи у нас есть. Есть вторая утопия. То, что он к нам на респ спешит. Может быть, центр плохой. Да. Ну, вот это было внезапно, на самом-то деле. Да, впрочем, я нихуя не удивлен. Я долго. Ну, кстати, о чем это говорит? О том, что мы можем не пробивать ГО после утопии, а просто задаблманиться и наказать этого проходимца. Согласен. Центр пустой уже, я не думаю. Ну, не статы думаю. Он показывает, что ли, какие-то? Да пока ничего не показывал, но, может, снимал. Но ГО пробил. И врывается сюда. Да-да-да. Ну, врываться он долго будет, конечно. Сейчас 20 ТП. Нет. Чё за хуйня? Ну, город у тебя на выходе, получается, да. Чё здесь никого нет? Блин, будет забавно, если он потратил всю ману, там, например, а войско... сопоставимый, ты просто сейчас нападаешь, убиваешь его за счет помех, там, например, и войска. У тебя же все-таки, ну, еще 1-1 довезешь. Можно даже, мне кажется, тут можно даже утопию не брать, а просто нахлобучить его. Согласен. Если там денег на откуп, например, нет, контроля нет. Он просто сам к нам приехал сдаваться. Согласен. Надо его нахлобучить. Да, сейчас нахлобучу. Мне кажется, утопия, знаешь, чем? Да. Мне вообще кажется, знаешь, что произошло? Он шел на сайт РЕС, понял. И думает, что это сайт РЕС, понял. Типа никого нету. То есть он шел на сайт РЕС, он не знал, что это ко мне врагу. Нет, это ТП. ТПшнул уже? Да. Ну, куда-то он пропал. Че, ливаем или че? Да, ну че, зачем? Утопию-то возьмем. Ну, интересно же, что в утопии. Ну, КЗ там есть. Ну, сейчас, если статов там нет, а в утопии... Нормально дадут, чё б не поиграть. Воздушный контроль дают, и нормально вроде, у нас даблманы есть. Так, ну чё, пробуем вторую топку. В принципе, все шансы есть. Ну, в таверну глянем сначала. Ну, там ничего не показывает, потому что он героя сверху поджимает. Так, ну... Нам нужно рефьюгу чекнуть, да? Да, я понимаю. Разбиться. Так, ну сначала давай... 1-1 довести... Что еще мы хотели? Мы хотели свиток еще взять за этими. Сейчас возьмем. Ну, свиток. Да ну, свиток, так, а ну что, там-то он не нужен в утопии. На обратном, да, ну так, чисто. В рефюге есть крестьян. О, кайф! Пушка. Я покупаю. Не берем, да? Типа фарофлов, что ли? Не знаю. Ну а что, у них один? Денег слишком много. Ну будет 2 хп, конечно. Ладно, хуй с ним. У них, кстати, будет 2 хп. То есть, вдумайся, кольцо на хп крестьянину двойную жизнь дает. Оно усиливает, конечно. Ебать, оно его... Вы просто... Я только сейчас до меня дошло, что кольцо на хп в двойную силу крестьянину дает. Я, кстати, так. Очень давно не видел крестьян в рефюге. Ну, прям, ну это вообще я жесть. Я даже не вспомню, когда. Ну, это реально угарно. Так. Давай вот этот свиточек возьмем сейчас аккуратненько. На нахуй, жертву. Я жертву этой игры, ёбаный, блядь. Да не, ну это пиздец. Так, ладно. Так. Сейчас, подожди, что у нас тут получается? Да, удаляй верхнего просто. Да, я тоже так думаю. Так, теперь смотри, мы покупаем с тобой вот эту чувиху. Отдаем сюда. 1-1 еще надо ей передать будет. Ну. Ну и на утопку идем потихоньку. Че, циклопа надо брать, мне кажется, потому что он тоже втанкует там. Да, надо. Будет. Будет так, 1-1 сейчас передадим вот здесь вот. Пойдем за утопкой.
Так. А за утопочку сейчас возьмем. Дело а что, кстати, по деньгам показывает? Ну, просто вот интересно. У нас больше. У нас больше. Да. У него вообще ничего нет, считаю. Он просто пока проебывает нам жестко. Так. Да, наверняка. Тоже так думаю. Блин, плохо, что тактики нет, не разбиться даже теперь. Согласен. Так, ну ладно, давай смотреть, что получается. Кольцо я отдал. Ну, что получается, габлоту берем все-таки, да? Габлотишку берем, да? Всю там парочку осталось. Угу, угу. И все. Так, ну и это получается 17. Поехали смотреть, что там. Там 10-19. Единичка. Так, господи. Слушай, может быть, не стоит вообще тратить ману все-таки? Давай, давай, не будем. Ну просто на следующий ход нам капнет на ТП. Не, ну капнет хорошо. Блин, ты давайте с птичком все-таки. Блядь. Да бог с ним. Да, да, тут как бы. Не, ну две минималки, конечно, под раздачу такую это. Ну, печалька, чё. О, нихуя. Хорошая. Слушай, ну здесь большую-то что-то и не брали, похоже. Да не, брали, у тебя же целый стак еще уток. А. Земели на Мариус и щиток взяли. Ну, статы пошли, в принципе. Если сейчас даблману взять, допустим, попробовать. Слушай, а может быть просто психанем и на фенов пойдем и по бездороге там с логистикой? Слушай, ну надо подумать немножко, типа, насколько... А больше нечего думаешь? Делать. Не, просто ну, а если... Ну контроля у нас нет. Ага. То есть фенов, да, попробовать, типа, пробить, мало ли, там тюрьма какая-то, КЗшечка, побороться немножко, да? Лак-мораль может поставить, да. Ну да, можно. Так. Ну, давай попробуем. Так, ну, вытанем пока. Ману лучше не тратить. Да, но... потому что накапает, я понимаю. Так, здесь пока сюда ударим. Угу. Так, одна птичка там, да? Ага. Так, ну, вытанем пока немножко. Вот, прожег. Угу. Хорошо, чудики живут. Удар есть, удар есть, умничка. И... Хорошо. Так. Разогнать не сможешь? Вроде можешь. За баркастом у тебя стоит. В принципе, смогу. Перчатки там вот это вот все. Да, сейчас сделаем. Монопул, перчатки, бабки. Ну, еще ход. Какой ход? Еще, говорю, ход можно посмотреть. Согласен. Согласен. Не, ну, не, ну, а в смысле, ну, земелька пошла. Да, да, да. Земелька. Так, ладненько. У тебя там салат-то есть? Нет, вообще. На новогодний. Вообще, как Новый год отмечаешь? Завтра в 12 часов с Васей Best of 3 играем. Серьезно? С Бишопом, да. А-а-а. Ну, в 12, это... в смысле, дня начинаем. А, да, а нахуя? А, в смысле, как, ну, типа, шоу-матч, турнир или что? Или да, просто? Да, да. Турнир? Шоу-матч. Или шоу-матч? Шоу-матч. А, на денежку или как? Или так? Угу. А от кого? От Джбана. Жестко. Понял. А на Джебусе или где? Да, если бы там первый вообще хороший шаблон будет, называется Апокалипсис. А-а-а.
С Васей бы Джел бы играть, там душнина лютая будет. А я, чтобы ты понимал, за последние двое суток спал час. Да? Ты не спал давно? А если, допустим, мы сейчас офним, то ты спать пойдешь? Или еще потусишь немножко? Ну, я хочу посмотреть, чем эта игра закончится очень. Иначе бы я тут не сидел. А ты, видимо, очень хочешь рофнуть, да? Я, ну нет, я не то чтобы, потому что мне кажется, что есть еще шансы небольшие, допустим, если сейчас в тумане там КЗшка, контроль, даблмана есть. Значит, там будем их да. искать. Колодец, я считаю, очень темповый под выход. Колодец, пушка, еще даблмана есть. У нас мешок, ебать, с перчатками. Жалко, кстати, поиска нет. Ну вот как же без крыльев-то, я не понимаю, что вот крылья и КЗ в одни руки всегда будут. Так, ладно. А вот, допустим, если я в дотку ебану, ты с радостью посмотришь? Ну, с дивана. Ля, ну погнали, погнали тогда на диван, нахуй. Давай посмотрим, что за хуйня тут была. Так, ну и что там у нас? Блять, замок на выходе, тюрьмы. Уже все собрано в пизду. Улики, блядь, там хуй знает, когда вышел. КЗ, КЗ, смотри, КЗ возле центрального города, просто КЗ лежит. Где? Вот, и колпак. И колпак, и КЗ за гидрами, все уже здесь есть. И крылья еще. И крылья, блядь, крылья, колпак, КЗ, все сразу. А что по армии? Не знаю, сейчас смотрю. Да в центре он сидит. Слушай, армия слабенькая, блядь. 33 циклопа, ну типа 33 циклопа. А там уже КЗ, смотри. Да, да, КЗ уже, это вторая КЗ-ха, да. Ну или колпак, я не знаю, что это. Да, это уже вторая. КЗ с респа, там КЗ на респе было, говорят. Не знаю, не знаю, как тебя лично, но... Ну мы старались, как бы. Меня, честно, эта хуйня уже подзаебала чуть-чуть. Ну а так, да, нормально, в принципе, мы старались. Слушай, а что там по бездороге все-таки было? Ну, страсть как интересно. Вот, ну да, давай посмотрим. Смотри, ну выходим здесь, получается. Ну, улик могли взять здесь. Улик и свиток какой-то с этим, да, с латами, да. До тюрьмы бы мы вряд ли. То есть, чтобы ты понимал, это очередная катка с Веронестом, где у него КЗ с респа, блядь. И на фулл рандоме башня против цитки, блядь, с выходом 1-2. Не, а свиток, чекай. Свиток? Молитва. Да, ну здесь тюринку убрали. То есть в очередной катке у него КЗ с респа, ты понимаешь? Угу. Да, бог с ней с КЗ с респа. Да, но конечно, она ничего не дает, я согласен. Что это за утопия? Да? Ну, нет, но по факту, если бы у нас была первая хорошая утопия, а вторая... Ну, ребят, там первый раз на 8% Steam, да, второй раз на 4%, но я узнаю эту темку, может быть, и дальше будет на... Вот... Он, говорит, разбежался на первый день на 3 героя, если что. И как-то нереально пробил ГО, там пишут люди. Ну, разбежались-то мы получше, получается. Вся земля, блядь. Не, ну я разбежался получше, да, считай, нормально. Свиток мертвецов. Ну просто как тут лучше сыграть, я даже, ну вот, я просто не понимаю. Без кача на респе абсолютного. Не, ну мы нормально сыграли, типа. Мне кажется, вообще прикольно было играть. Нагло монархия. Да. Да, печалька, конечно, печалька вообще. Бывает в героях. Да, бывает, не повезло. Не, на самом деле, то, что не бывает, это нормально. Но вот когда вот по КД против одного и того же, да, конечно, напрягать уже начинает. Когда по КД против тебя КЗ с респа, блядь, у одного и того же оппонента. Ну так, чуть-чуть. Немножко. О, постоянно. Слушай, а если бы мы выходили через гигантов? Ну, давай посмотрим. Да, блин, там... Так, они там с титаном. Они с титаном там. Угу. Ну, понятно. А где КЗ? Где крылья? Да, где... вон она, у него на респе. Да, или ты про другую, понятно, подожди. Я а, ты про другую. А. Наш случай. Не, ну вот она же здесь. Нереально пробил. А сколько там? 32 клопа нереально пробивали, да? Говорят, изначально было 18 клопов, их потом стало 32. Говорят, ГО бил нереально. А что за ГО нереально было? Говорят, с ГС были, глисты с ГСом. Угу. Типа пробивал на клопах глистов с ГСом, да.
12 было, 12. Сапог. А, так через силовое поле, блин. А. И земелька-то была у Мэйна наверняка. Да. Да не, нормально, кстати. Силовое мне. Поле, да? Через мне на самом поле. Деле катка понравилась. Да мне тоже, я вообще кайфанул, блядь. Охуетительная. Не понравилось. Да нет, она угарная. Мне понравилось только, когда мы дошли до стадии взять утопию. Да, да, да. Да. Нет, так-то нормально, я же ничего не говорю. Я понимаю прекрасно, как устроено это. Мы поборолись, мы попробовали, но не получилось. Но ничего страшного, стартанем 0-2. Сейчас знаешь, как надо сделать? Сейчас надо, чтобы ты сыграл. И типа трахнул их 2-0, да. А потом я уже Дармыча шлифану, как говорится. Ну, то есть шлифану его за лупом. Так и поступим. Ну, да. Ну, это пиздец какой-то, блядь. Бывает. Да я знаю. Ладно, прикольно, погамали. Сегодня хорошо мемов завезли, мне кажется. Сегодня было много прикольных тем. И Нагабанк, и 2 на 2, и здесь такая прикольная каточка. Вот. Мне кажется, норм. Пойдет. Спасибо тебе за компанию большущую, спасибо за тренировочку, да, еще разок. Чат, показал, как разруливается тяжеленный рез, по сути, в очередной раз. Тоже как бы свой прикол в этом есть, как, ну, тоже как бы людям, наверное, интересно посмотреть, потому что... Разрулили через ГГ. В очередной раз. Разрулили. Что показал. Да, не, ну нормально, что, выйти вышли, блядь, и реально катку ебать собрали, сыграли. Без ничего вообще, без единой коробки, без, блядь, без вообще нихуя. Давайте, доброй ночи. Давай, давай, вот, давай, давай, завтра ГЛ. Ты еще же офать-то не будешь? Ну я, да, что-то сейчас тут посижу, ну, попержу. Ага. Ладно, все, ладно, давай. Ну все, давай, давай, давай. Да. Да. Не знаю. Тоже мешок на базе релик. То есть помимо мешка на базе релика, да, еще и КЗ-ха на базе как-то светанулось. А где была, ребята? Мы кайфанули. Я рад, мужики, я рад, искренне. Я рад, что вам понравилось. Но, блин, обидно, что проиграли. Как бы так-то норм. Но просто обидно, что проиграли. И просто забавно, что опять КЗ, бля. Ну, типа... Еще и щит плюс 12. Что-то щит, мешок. Что-то много реликов на базе. Вам не кажется? Что-то слишком много. Прямо-таки слишком. Сыграл по-новому. Было интересно. С наступающим. Спасибо огромное, дружище. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Хотелось победить, ребят, но сегодня не на нашей стороне. Чуть-чуть не победили. Ну а так, ну да, бывает. Бывает, бывает. Опять КЗ-ха с респа, мужики. Не выложи КЗ-ху, может, он бы и не вышел. Мужики, может быть, он бы вообще не вышел бы без КЗ-то, вы понимаете? Без КЗ, может быть, и не вышел, раз силового поля не было, понимаете? А здесь, блядь, КЗ-ха сыпется и пиздец. А как вот без КЗ-хи он бы выходил? Положи ему мешок ебаный, типа. Нам положи КЗ. Другая катка была бы, да, но... Видишь? Без КЗ поплава, да. Без КЗ вообще не выходил. Ну вот, я тебе об этом и говорю, видите как. Ну это пиздец. Рил пиздец. Без КЗ он не выходил. Я понимаю, ну просто какого хуя опять-то? Шоки, блин.
Ладно. Спасибо за игру. Когда он писал с радостью, он был уже в центре, да? Ну, я понял. Ну, давайте тогда хуй знает, что делать. Так, героев сегодня катанули. Две каточки отсосали, причем жестко. В 2 на 2 с моим респом, в 1 на 1 вот с этим. Спасибо Артему, что составил компанию еще. Без него, я, мне кажется, вообще эту циту бы не сыграл. Ну, по сути, по факту, абсолютно неважно, сыграл, не сыграл, итог один. Итог один. Что сказать интересного? На телеграмчик, ребят, подписывайтесь, ради бога.